Скажите мне, кто тут виновен? Не только те, кто у руля. Простой народ обеспокоен. Да вы не верьте ни хрена. И ни один из них уж точно на митинг точно не пойдет. Он на диване с кружкой пива и так нехило отдохнет. Зачем ему все передряги на свет и в массы говорить? Ведь он в квартире все, что надо, и так нехило все твердит. Зачем ему массовка людей? Ведь дома ж он хозяин ведь. И не дай бог, кто против скажет, тому он сразу рот заткнет. А если против и с напором, жена вдруг скажет, как же так? Зарплату ты домой не носишь, да и по жизни ты чудак. Ему подветь надо было, но вместо этого мужик молчком подходит к бабе тихо и кулаком меж глаз долбит. Тут баба просто офигела, берет тихонько кочергу и так взялась лечить родного. Ой, что там было, не пойму. Он плакал, родный, и молился, на попе ровно он сидел. Ну что, скотина, похмелился, или опять я не удел? Короче, слушай, я скажу так, или по жизни вместе мы, чтоб нам жилось семьей нормально. Лишь обеспечивай семью, короче, слушай, я скажу так, или по жизни вместе мы, чтобы нам жилось с семьей нормально, ты обеспечивай семью. Иначе зашибу, козлина.